Так, колесико готово, даже накачано со вчерашнего утра. Нормально. Не знаю, насколько хватит, правда, да? Там не отвалится, думаешь? Нет. Нет? Да, может, не сбоку, если сбоку, оно поболит. А, по протектору. Ну и что теперь делать? На малярку. На малярку? Да. Подбор краски сначала. Я, пацаны, просто помыть. Есть немного. У тебя кто подбирает? Есть, только помыть надо будет. Или грязное покрасить. Есть такой цвет, грязная краска. Есть точно такой? Стекловолокно. Блин. Сначала я подставил сюда. Потом туда. Не, ну раньше оно работало так, когда я ее покупал. Блин, она сейчас легче станет на 27 килограмм. Мне надо поднять, заднее колесо снять надо. Мне заднее колесо надо снять. Мне заднее колесо надо снять. Переднее вот. В смысле? Вот. Ну, это переднее, его случайно туда поставили. Иди лучше вес смотри, насколько можно уменьшить, Саня. Слышишь, на, я тебе подарю кусок самого дорогого, что у меня есть. У бородача есть такой даже подарок. Так, ясно, чего теперь сложно поплыть. Это я тут только небольшую часть открыла, сколько тут еще прячется. Да, раньше выдерживали пороги, когда покупал машину 10 лет назад. Или 11 уже, ну давно, в 10-м году, в общем. Так, друзья, тут Саня что-то починил. Центральный замок или? Замки меняю, просто меняю замки. А, просто меняешь? Просто меняю замки. Говорю, что это за прикол? Филенку отсверлили или что? Он говорит, да нет, в Фольксвагенах современных на болтиках. В натуре филенка целенькая, все, без сверления, ребра жесткости по периметру. Нормальная машина, Volkswagen прибавил. Слышите, пассивная безопасность, конечно, опасная. Вектра, помню, когда-то в далеких 90-х у товарища Вектра было, да, две трубы или одна такая огромная труба, мощная, внутри. Я еще помню, первый раз увидел в те далекие годы и удивился. А тут, смотри, все, ничего нету. Смотри, все, ничего нету. Не, ну жесть вообще. Даже внутри. Опа, вообще обычная, совсем ничего нету. Ручка. Обычная ручка. Не, ну по периметру только, да, чуть-чуть. Усиление и все. Не, ну это жесть, конечно, машины делают. Прикольно. Так, кардан сломанный в августе починили. И сейчас он будет установлен. Что тут только не происходит. Так, колеса передние с задними, они так раньше и задуманы были. На мегауазе местами поменяли. Тут, блин, серьезные технологии у суровых. Ну, это от песка вымыть. Сейчас помажем все. И будет огонь. Короче, тут, чтобы снять старую крестовину, процесс просто нереальный. Искры шли, и головкой 4 человека чуть не убило вылетающей. В общем, разобрали. Сейчас будет кардан. Что там? Можно туда еще что-то засунуть? Конечно, ровное оно? Почистить. Да сильно не чистит, то выпадать будет. Ты смотришь, так, говорят, проверка ровности. Примерно параллельно все нормально. Да, пойдет? Да. Ну, туда чуть-чуть почистить, а то некий дефект пошел. И все. Так, и что я еще хотел показать? В общем, я сливаю тут с редуктора, блин, хорошо, что я туда полез. Потому что уже процесс. Сейчас попробую вам показать, я думаю, будет видно. Тут просто жесть.
Люди, когда видят, спрашивают, это с нескучного то, что то, по чем вы ездите. Ну, очень похоже по консистенции, цвету, я думаю, вы узнали эту жидкость. Я тут пытаюсь как-то отмыть. Вон, вылетаю там. Видите? К сожалению, похолодало, где-то 12 тепла всего сейчас после 30-28. Нам, правда, завтра сказали, теплей будет. Вот так потихоньку. Выдуем сейчас все. Сейчас можно сделать. Зеленых человечков все больше и больше. Было 2, стало 4. Еще один метет, один качает, стой, да? Стой. 2 на шухере. Саня, ты видел, что зеленых человечков больше? А Саня я не заметил, наверное, в работе. А? Он занят. Филенку вторую ставит. Что, получилось? Угу. Да? Да? Красавчик вообще. Ты такое еще не делал, да? Нет. А? Нет. Чтобы не пальцем, надо принести. Саня. Саня, Серега новые осваивает эти. Техпроцессы. В чем бы не. Кеша пригодится. Да ну ты что, это вообще самая главная деталь в машине, крестовина. Ну да. Не во всех есть, правда, уже, но. Что такое? Опа, установка стопора головкой, да? Угу. Не головка. А, не головка. Цилиндр. Специальный цилиндр для установки стопора. Спеццилиндр. Да, раньше про зеленых человечков никто и не знал, да? Теперь знают все. Они тут все, да, теперь? Да. Мы их приручили. Идет? Стой, малыш, подожди. Ну, давай, по чуть-чуть. Нормально? Да, давай. Нет, стой, малыш. Хорош. Ну, отпусти. Да тут такая практика идет, ты чё, блин? Ты чё, он должен отличаться, он же бригадир, блин. Слышал про бригадных в 90-е, Серега? Нет. Нет? А, ты не застал? Да, я застал. Где ты застал? А, когда в садик вели тебя или что? Стреляли по дороге? В 90-х я машины мыл. Да? На Владимирском рынке, да. На Владимирском рынке? Так вот оттуда ты вот это филенки умеешь снимать или? Конечно, прям, пока машины мыл, филенки. Да. Слышишь, Серега освоил новую операцию, смело, теперь если даже Майбах приедет, крестовины заменить. В Роллс-Ройсе, кстати, на ТикТоке, давай стой, расскажу, на ТикТоке смотрел видео Роллс-Ройс 84 или 86 года, задние полуоси на крестовинах вместо шрусов, прикинь. И я не успел на него лайкнуть, и что-то перескочило, короче, и не пытался найти это видео, не нашел. Ну, сохранить хотел, чтобы... С Роллс-Ройсом. Ну, попадется, может, потом когда-то. Но вероятность небольшая, там как-то их очень много видео. Ну, вот она, первая твоя крестовина в жизни. Красивая, да? Mm-hmm. Оригинальный Китай. Китайская, значит, отличная. Был такой лозунг раньше. Советская, значит, отличная. А теперь наоборот. Да, вот тут остатки карданов за много лет. Так, ну вот эта часть наша, сейчас мы ее будем ставить, она даже закреплена к переходному фланцу этому. Тут я помыл.
с моста, с переднего сначала текла вода секунд 15. Потом пошло масло. Сейчас зальем везде новое. Какая красота, мара! Холодно, скоро зима, кардан стоит, масло почти поменяли. Сейчас еще Серега там передний посмотрит. В общем, почти готов к оффроуду, не знаю, правда, что, когда и как, но завтра будем смотреть. Всем пока, подписывайтесь, делитесь. Вот будет.